Привет, я Макс, а это моя семья. Все вместе мы едем к бате на юбилей. Так, ну что, поехали? Я в туалет хочу. Димон, вон кусты, мы ждем. Я какать хочу. И где те прекрасные времена, когда можно было никуда не ходить? А точнее, ходить куда угодно. Не хватило? Давай помогу. Ну как? Я маму хотел написать. Ты чего? Мама — это святое. С ней так нельзя. Пошли давай. С нами памяти туман, ты как во сне. С нашей последней встречи с отцом прошло черти сколько лет. Даже сосчитать сложно. 47. Правильно. 63. Правильно. А здесь? 5. Ничего не смущает? 105. Не финты. Прикинь. Все, ошибся, дальше пешком, как договаривались. Батя был центром мира, центром всего. Он хотел сделать из меня мужика. Нет. Помидорки две туда порежешь, так с кожицу вообще снимешь, чтобы они были помягче. Сильного и железного, как он. Руби, сказал, в жизни пригодится. А я хотел быть не таким, как мой батя. Я хотел быть хорошим отцом. Па, открой вот эту могу. Смотри, вот так берешь, футболку обернул, оп, и готово. Крутяк. А то, если что-то не знаешь, спрашивай батю. Там мостики закончились. И чего? Ну, и там дальше дядя и тетя голые. Еще не понравилось? Ну, понравилось. Ну так иди и смотри. Все, давай. Хороший отец. Такой же, как и твой папа. И он тебя любит точно так же, как ты любишь своих детей. Еще, еще. Вот это и значит пьяный. Меня тошнит. Во-во. Вот я надену два крыла и ближе ты. Макс, погуляй часок. У нас мамка дела. А как я узнаю, что уже часок? Ближе ты.